Найцікавіші персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1». Персона в гостях у нас журналіст, в минулому депутат Верховної Ради, відомий харків'янин Сергій Потімков. Здравствуйте. Добрий день. Как я уже сказала, вы известны харьковчанам по своей активной журналистской деятельности, политической деятельности. Где сейчас Сергей Потемков? Чем он занимается? Ну, я бы сказал, что журналистская деятельность была более активной, чем политическая. И я это прекрасно понимал. То есть, когда ты стал депутатом, как бы на контрсценарий, это не значит, что стремился в Верховную Раду, кто-то говорил, что Потемков делал передачу для того, чтобы попасть в Верховную Раду. Это не так. То есть, 4 года делать программу, тяжелые 90-е, там, нет, это как раз я бы остался журналистом, а как бы вот в политику пошел вынужденно. И тогда уже понимал, что как журналист ты можешь сделать намного больше, чем как политик. Тем более, что это же коллективная игра, то есть командная. Значит, ты свое, не просто эго, а какие-то свои субъективные, свое видение. Ты иногда это проглатываешь, и о многих вещах ты не говоришь, как мне говорили. Один человек, я не буду говорить его фамилию, он сказал, что, ну, когда в парламент попал, он говорит, я поздравляю, ты попал в корпорацию, где ты будешь очень много знать, но еще о большем будешь молчать. И прошло время, я понял, да, что ты не можешь говорить о каких-то вещах, потому что тебе доверили эти вещи не как журналисту, да, а как вот члену этой корпорации. Ты не добыл это знание, которым ты должен поделиться. И поэтому там такая определенная шизофрения была. И сейчас вот с теми журналистами, которые попадают, это же модно там, журналистам попадать в парламент. И избиратели как бы они путают. То есть одно дело, вот человек как журналист, да, другое дело, когда он становится, ну, винтиком или там фигуркой в чьей-то игре. Потому что свою игру там делать очень тяжело. Вы сказали, что вынужденно пошли в политику. В чем была это? Это был, ну, я не хочу, ну, если вспомнить, там просто у меня были суды. Я судился, у меня было два суда с Харьковской, один суд был вообще с Харьковской милицией, то есть Потемков судился со всей Харьковской милицией, то что, так сказать, было решено, что я чем-то их там оскорбил, это долго рассказывать. И был суд конкретный, когда я помог одной женщине, мне сказали, что я как бы оклеветал офицеров милиции, женщина эта сразу же исчезла, вот поэтому у меня не было как бы такой опоры в суде. Он долго шел. И я судился даже еще будучи депутатом. И потом проиграл, и по суду выплачивал эту сумму. И там, как бы для меня такой депутатский след, хлеб не очень сладким был. Хотя бы даже потому, что первую зарплату вот, я получил где-то через половину своего срока. Не в бухгалтерии, поздравили, сказали, сегодня вы получили. Да, потому что ты по двум судам выплачивал в течение почти 2 лет. Почему вот. А вынуждена, потому что уже было понятно, что тебе не дадут работать. И я был в Киеве, когда каналом 1+1 владел Рабинович, который сегодня начал такую бурную деятельность и как бы изображает себя белым и пушистым. А у него достаточно, скажем так, мягко сложная биография. Вот, и ты делал программы, и ты понял, во-первых, что, я не скажу, что тебя там как бы мариновали, но я понял, что эфира не будет. То есть, кто-то говорит, что специально Потемкова перед выборами из Харькова убрали, я не думаю, что такая была прям, это какая-то такая чрезмерная конспирология. Но тогда вот знакомые мои ребята-социалисты, они сказали, что ты был депутатом областного совета, давай будешь еще баллотироваться. Я сказал, что давайте не в областной совет, давайте в Верховный совет. Вот. И, может, это самонадеянно или нет, но тогда я знал, что как бы, ну, отношение людей, харьковчан ко мне. Я сказал, что одной журналистке, я сказал, что я эти выборы выиграю, пока никто серьезно ко мне не относится. Вот если серьезно будут относиться, то есть это не значит там как-то ликвидировать. Ну, ножку поломать, еще что-то, ну, как так, с дистанции увести. Я говорю, вот пока они несерьезно к этому относятся, мы выиграем выборы. Последние выборы в Верховную Раду, как вы... А потом, да, я был в команде Юлии Владимировны Тимошенко. Это, как бы, если это кого-то вот так интересует, там все говорят, вот, Потемков, он прыгал из партии в партию. Это не так. Я могу сказать, что я не был членом Компартии, так получилось. То есть это не моя заслуга, я там не был каким-то диссидентом. Просто я служил офицером за границей, да,
военным переводчиком. И за границей вот было такое правило. В партию не принимали. И поэтому ты ушел из армии, а в армии все офицеры коммунисты. И вдруг ты приходишь, и у меня были проблемы там с отделом кадров. А говорит, а как, вы офицеры, знаешь, значит, не коммунист, что такое с вами не так? И когда ты рассказываешь, да вы знаете, вот в партию не принимают, ну, потом они как-то там, я не знаю, уточняли все это, да действительно так было. Вот, и первая партия, то есть в парламенте я просто был социалистом, но я не был членом партии, и фактически это тогда развалилось все, когда это все уже забыли. Это такая давняя история, когда Ткаченко как бы предал Мороза и стал спикером, а был блок селянской партии социалистической. И как бы сразу фракция развалилась, но я остался с Морозом. Вот, поэтому у меня осталось, с ним остались хорошие отношения, с ребятами-социалистами остались. Там были очень интересные и честные. По возможности, которые предлагала жизнь, достаточно честные люди. Вот, и потом была вот партия «Яблоко», первая партия моя. И было потом решение влиться в БЮТ, и часть яблочников отказалась. У нас были отличные ребята в Одессе, там, в Севастополе. Вот, они сказали, что нет, мы как бы нас не поймут, там, и так далее. Тимошенко. Вот, а мы как бы сказали, что мы... вот сейчас так, политическая игра, возможно, значит, нужно, так сказать, идти на объединение. И мы... Вот так я попал к Юлии Владимировне. Сейчас вот. Вы беспартийный? Сейчас я как бы ну, номинально, вот та же «Яблоко», которая прошла ребрендинг, называется «Партия вольных демократов». Ну, я шучу и говорю, что у нас все партии сейчас в отмороженном состоянии, а наша партия в замороженном. Вы так что я в этом смысле от активной политики, конечно, отошел. Почему вы отошли от активной политики? Ну, во-первых, потому что как бы это и не было моей задачей. Как я говорил, ты политикой занимался все-таки вынужденно. Вот. То есть вы же разочаровались, в принципе. Нет, я не политической... очаровывался. Я не был... Конечно, есть такие вещи, которые ты узнаешь, будучи в парламенте, чудовищные. И тоже такой момент. Но общество должно об этом знать. Надо рассказать. И ты различным способом пытался как-то... Но я же говорю, открыто об этом говорить нельзя, потому что... Ну, даже простой пример. Я там в книге об этом писал. Что нету тайного голосования, да? Вот когда шли голосования, все бросали просто бумажки. Там, какого сегодня там мандатики наши, какого цвета? Зеленого, значит, нарезали зеленую бумагу. И вот это то, что Мороз назвал гойдалки. Да? Сегодня они голосуют, пустышки бросают, а настоящие мандаты собирают и считают их. И вот тогда как бы мне сказали, что мандат... Я не хотел отдавать. Я говорю, нет, Сергей, ты можешь быть и честный человек, и все, но цена мандата такая... Вот тогда давали за мандат 15 тысяч сразу. И вот я говорю, что ну, могу сегодня рассказать. Это идет Звигильский. Там буквально там, для меня это третья неделя моего существования в парламенте. Он подходит. А у меня один харьковчанин попросил, чтобы я ему передал там, его размышления на экономическую, так сказать, тематику. Ну, такой человек наивный. Вот передайте Звигильский. Вам же не тяжело? Не тяжело. Я ему передаю, говорю, так и так. Вот... просили передать. Ты кто? Я говорю, ну, Потемков, ты не понял, ты кто? Ну, где ты? Я говорю, я у Сан Саныча Мороза. Сколько? Я говорю, это не серьезно. Ты не понял, серьезно, сколько? Я потом так ошалел, и думаю, боже, как человек подходит, и а другой стороны, а что ты сделаешь? Ты выйдешь на трибуну и скажешь, что только что ты был субъектом коррупционных действий, и все скажут, пацан, кто ты такой? На кого? На Звигильского. То есть доказали. Поэтому это только эпизодик. Там очень много цинизма. Вообще в парламентаризме любой страны, чтобы не было там иллюзий. Просто как бы общество должно научиться контролировать. И есть общество, где вот этот контроль осуществляется более, скажем так, ну, механизм контроля более отработан. Ну, а у нас, увы. Поэтому я не скажу, что... Вот я вам даже просто скажу, что когда я делал программу, да, это была очень тяжелая физическая программа. Но морально ну, она политика. Была вот такой. То есть я был в кайфовом моральном состоянии. В парламенте, скажем, физически, ну, я вас умоляю. Но вот это моральное состояние твое, когда ты все время... и все говорят, ах, там кто-то у меня говорит, ах, Потемков там мучается. Я говорю, да, я мучаюсь. Сейчас какие-то вещи тебе кажутся такими наивными, что ли. Но просто это, знаете, как вот человек сидит там, воюет, солдат в окопе, а потом ему говорят, о, классно ты, давай мы тебя в штаб возьмем, на штабную работу. И ты вдруг попадаешь в штаб и видишь, что там
торгуют картами, и вообще там никакой войны нет, у них там все классно. Это там внизу. Это, кстати, по поводу того, что происходит сейчас. Угу. Это бедняцкая война наша, АТО называемая. Если как бедняков. Политик вы не все могли говорить, когда вы стали опять вернулись в журналистику, вам давали возможность все говорить? Ну, так сказать, это вот харьковчанам судить надо. Дело в том, что, Патя, ты все время попадал в такие кризисные моменты. Когда мы создавали независимое телевидение, у нас был опорой был Кушнарев, да, и он был хорош, он шел, так сказать, выгодно отличался от, понимал, что такое пиар, когда даже слова такого не было. Вот, и он нам помогал. Потом он стал мэром. И у нас была встреча, когда нас лишали прямого эфира, и было, мы сказали, что не будет прямого эфира, мы работать не будем. И я к нему пришел и говорю, что так и так, вот горсовет является одним из соучредителей независимого телевидения. И мы вам помогали? Да. Ну, говорит, помогите нам. И он сказал классную фразу. И вот в этом, как бы, у нас с ним сложные отношения, но все-таки он человек, который, ну, по многим параметрам мог вызывать и вызывал уважение. Он сказал, Сергей, как человек, я тебе должен помочь. Ну, тогда я перестану быть политиком. Классно, вот все. Вы сейчас скучаете за телевидением? В этом смысле политик не человек. Ну, кто-то уходит с политики, а кто-то там остается. Ну, потому что кому-то же надо заниматься этим. Понимаете как? Ну, все равно, без политики обойтись нельзя, да? То есть, это как бы момент руководства, управлением общества. Как это осуществляется? То есть, или кто-то говорит, вот, не грязной политики не бывает. В каком-то смысле, да. Это, ну, знаете как, мы там, ну, вот, накануне войны, да, сейчас как же, сейчас выгодно там историю переворачивать. И вот все там про пакт Молотова-Риббентропа и так далее. Ну, нормальные историки же-то понимают, что это была общая игра. Все грязно играли. Франция, Англия, Штаты, СССР. Все искали выгоду, искали, так сказать, это было... Вот, и методы были, так сказать, абсолютно адекватные. То есть, что происходит и сейчас? То есть, найти сейчас белых и пушистых, которые воюют там с негодяями, или мне нравится, там, когда Россия, это Мордор там, и так далее. Ребята, если вы употребляете Мордор, то мы Мордор не в меньшей степени. Поэтому не нужны иллюзии. Война такая грязная, и там столько уже натворили. Обоюдно. Как журналист, как политик, как вы оцениваете ситуацию, которая развивается в Харькове, в Харьковской области, в Украине после Майдана? Как вы считаете, для Харькова, для Харьковской области открылись какие-то новые возможности, может быть? Знаете как, давайте, что я не буду смешить ни себя, ни вас, и не говорить о каких-то новых возможностях, которые появились после Майдана. Нас всех в три раза сделали беднее. Мы сейчас не говорим о духовной бедности, что нас... И на духовную бедность обрекли. Тут в разы уже считать нельзя. Поэтому, понимаете, как вы говорите, в Харьков возможности. Это же не остров. И Слобожанщина не остров. Вот в свое время я был знаком с Черноволом как, сначала как журналист, а потом как депутат. Вот, и он в последние как бы, годы своей жизни, он в парламенте был такой Чарли Чаплин. То есть, ну, человек как бы историческую роль свою отыграл, и когда он выходил на трибуну и говорил, там, я действительно знанный политик, и так далее, все уже так слушали это в полуха. А тогда у него тема же была федерализация. И он правильно понимал, что вот эту Богом подаренную территорию, которая называется Украиной, да, которую собирали, как не будем говорить, и кто собирал в конечном итоге, другими словами, это была мини-империя в чреве Большой империи СССР. И вот это лоскутное состояние Украины сохранилось. И не называйте это, как Меркель говорит, федерализация. Называйте децентрализация. Но это ключ. Вот то, что сейчас происходит, это, так сказать, результат того, что в свое время не была произведена вот это... Сейчас это хирургически пытаются делать. Все говорят, вот если федерализация, то Украина развалится. А сейчас она не разваливается. Ну, сейчас это слово вообще опасно, федерализация, потому что много обвинений. Ну, вот почему, да. А главная причина, потому что центр перестанет быть центром. Потому что придется делиться. А у нас, извините, со времен КПСС никто не привык делиться. Партия приходит к власти, все или ничего. Порошенко, любой президент, он себя делает кучму. Все или ничего. И Порошенко, так сказать, то же самое, что делал... так сказать, господи, Янукович, каждый хочет, так сказать, как можно больше власти, хочет монополии. Так вот, возвращаясь вот к этому состоянию Украины, за все время существования независимой Украины у нас не было политика, лидера, который бы одинаково воспринимался
во Львове, в Харькове, там, в Симферополе и в Виннице. У нас же все время шли качели, да, про западный, про восточный. Они должны были быть, потому что как может существовать страна, в которой нет лидеров, которые объединяют. И, кстати, момент, когда ты, я, так сказать, связал на какое-то время свою политическую судьбу с Тимошенко, потому что я видел в ней потенциал, что она может стать общенациональным лидером. И мы с ней говорили об этом накануне выборов. Знаете, как там, я помню, Николай Томенко говорил: так, Сергей, вот там пропаганду мы будем заниматься, когда в парламент потрапимо. И все говорили, что надо работать со своим электоратом, надо работать. Вот у нас на Западе электорат, все, нельзя потерять. Это как в бизнесе. Если ты откроешься, так сказать, неизвестно, что будет, и хлынет, так сказать, хлынут другие влияния и так далее, и так далее. То есть, я о чем говорю, что никто не воспринимал Украину как Украину. Все говорили, да, 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 но строили абсолютно. Вот у нас восточный электорат, а у нас западный. Или, как говорил Кирш, который сейчас большой дрейф совершил, там, мы с ним теперь как бы вообще, ну, собственно, не общаемся. Но он тогда очень правильно сказал в свое время, что у нас партии географического характера. У нас нельзя сказать, вот эта партия условно социал-демократического толка или там... Нет, у нас географические партии. И тогда все понятно. Партия регионов, да, там, или как, что, в чем еще как бы зло, которое принес с собой Янукович. Ведь он зачищал восточную часть, да, он там на какой-то момент выпустил Ветренко, когда ему нужно было голоса собрать, потом раз, выключил, а там он поднимал, так сказать, партию свободы и так далее. Мы все, ну, мы знаем, да, какие готовились выборы. То есть дробить электорат на Западе, а здесь вот только партия регионов. И поэтому вот здесь, на Востоке, это приняло вот такие радикальные формы, потому что не было каналов. Если кто-то думает, что здесь люди там поддерживают регионалов и связывают их... Нет. Это... Вот я просто напомню. Первый Майдан. Лозунг «Украина без Кучмы», который объединил. Если мы сейчас посмотрим, что происходило здесь, на Востоке, во время второго Майдана, уже такой поддержки не было. А почему? Лозунг был «Евромайдан». Сразу же. А почему не было лозунга «Украина без Януковича»? Здесь, на Востоке, в Донецке, о нем знали больше, чем... И зла он принес больше. Но не было такого лозунга. Не было. Сегодняшний процесс децентрализации, который объявлен громко, приняты несколько законов по децентрализации, они чем-то напоминают то, о чем вы говорите, что все-таки нужно на местах давать сейчас, больше власти? Ну, во-первых, сейчас все усугубляется войной. И я там скажу вещь непопулярную. У нас же, знаете, как сейчас там условно, там, или ты агент Кремля, Сепар и так далее. Это несколько признаков есть. У нас есть бытовой сепаратизм, у нас висят телефончики, да, там, звоните, если вдруг вы учуяли, то есть такое, как бы, приглашение к стукачеству, да. Так вот, я не хочу ваш канал подводить и расширять эту тему, но я скажу, что моя личная субъективная оценка, у нас гражданская война, усугубленная внешним вмешательством, но в первую очередь, это гражданская война. И лично для меня этому примером масса. Это мои друзья, которые по одну сторону, по другую, иногда очень трудно понять, а что же произошло, почему вот этот здесь, а этот вот здесь. И чем дальше, тем это все непримиримее. Вот. А, простите, революции никакой не было. Там революция достоинства. Революция решает вопрос собственности. А когда у власти остаются те же, кто был, условно, и при Кучме, и при Януковиче, да, это не революция. В любом случае, Украине для реабилитации нужно очень много времени. Какой должен быть путь, по вашему мнению? Да я думаю, что для реабилитации много времени всему миру нужно. У нас мир сейчас вошел в ситуацию непредсказуемости. Вот ведущие футурологи, они говорят, что особенности времени, которые мы переживаем, оно не просчитывается. И вот та ситуация, которая на Украине, кто-то говорит, ну, давайте там будет а-ля Осетия, Абхазия, там, или Приднестровье, вот что нас ждет, или то, что было в Югославии. А вот вам пример разделенного Кипра. Да? И причем, да, Турция член НАТО, а там же, чтобы в НАТО быть, нельзя иметь территориальных каких-то конфликтов и так далее. Вот он такой замороженный, там, я не знаю, на века, не на века, но на десятки-десятки лет. Поэтому у меня... Прогноз, ну, к сожалению, плохой, потому что, знаете, если все это экстраполировать, ну, не было у нас грамотных решений. У нас вся история Украины – это так, развилка. И а какие должны быть грамотные решения? Грамотные решения? Да.
разминировать эту ситуацию. Но это сейчас, и причем чем быстрее, тем лучше. Закончить войну. У нас, да, у нас и с этой, и с другой стороны, как бы у нас партия войны, да. И мы же понимаем, что здесь в Украине выясняют отношения Россия и Запад, а еще точнее Соединенные Штаты Америки. Вот. Поэтому нейтральный статус, за который я там ратовал, и это, чтобы было понятно, есть ряд ведущих. Это нам показывают как бы вот такой огрубленный какой-то, очень такой простой политический дискурс, который существует в Соединенных Штатах. Там все намного сложнее. Там есть разные идеи. И то, что касательно Украины, когда все понимают, к чему это может привести, на грани чего мы стоим. Ну, по-моему, мы эту станцию уже пролетели, там нейтральный статус. Но это были ведущие американские политологи, которые предлагали, вот Украина, что такое нейтральный статус. Никаких союзов ни с Россией, ни, так сказать, условно говоря, с Западом. Ну, сейчас... не совсем правильный такой как бы параллель. Но вот то, что случилось с Австрией после Второй мировой войны, это же удивительно, да? Как, в каком статусе она, да? Это же была договоренность. Вот поэтому, к сожалению, в Украине нужно договариваться. Но договариваются за пределами Украины. Тогда, получается, от Украины ничего не зависит, в принципе? Зависит. Все зависит. От вас зависит, от меня зависит. Нет. Зависит. Просто если, извините, так сказать, в обществе нарушен элементарный диалог, и одних просто бросают там за стенки, за очень мягкие оценки происходящего. Ну, давайте посмотрим, чем это все закончится. А чем это все может закончиться? Это чем отличается от того, что было при Янукович? А оно же немножечко и похуже уже. Угу. То есть, в принципе, по прогнозам все может быть, закончится так же, как при Януковиче? Вы знаете, если так, как при Януковиче, это еще хорошо, если так. Я думаю, будет похуже, к сожалению. Знаете, есть всегда такой кредит доверия и всегда есть какая-то точка кипения. Как вы считаете, у украинского народа какая-то точка кипения? Тарифы, зима на носу, да? Вот что может повлиять на такой вот, на взрыв бомбы? Понимаете, как у нас все равно вот эти центростремительные тенденции не остановлены, идет разлет территорий. И может что угодно. Выстрел атошников полицейского в Днепропетровске, который сегодня прошел, якобы, ведлуня не было, но еще неизвестно было. То, понимаете, все настолько, ткань настолько напряжена, что я не хочу даже думать, это может что угодно сработать, сдетонировать. Понимаете? Не знаю. Я просто, к сожалению, у меня как бы очень-очень тревожные предчувствия. То, что я не вижу никаких шагов, условно, к разминированию ситуации. Наоборот, мы каждый день закладываем новые мины в общественное сознание. То есть мы минируем свою территорию, минируем сознание людей. Ну, давайте дальше посмотрим, чем это закончится. Если вы сказали, что, в принципе, многое что зависит от нас, вы не чувствуете, что вы сейчас на сегодняшний день нужны в украинской политике? Или ну, может... Это так громко сказано. Дело в том, что как бы телевизионных возможностей, такой телевизионной эманации у меня нет. Я работаю в интернете, я занимаюсь литературой. Мы сделали вот альманах, второй номер, он называется «РХ». С группой литераторов харьковских. И, ну, понимаете, как не то, что ты там ушел в башню слоновой кости. Просто есть вещи, которые ты можешь делать сейчас, ну, делай их. А если что-то ты не можешь делать, не надо пытаться. Я понимаю, что для меня сейчас попасть на экран невозможно. Понимаете как? То есть, причем, я знаю, что я не попаду на экран ни в Москве, ни в Киеве, условно, ни в Луганске, ни в Донецке. Потому что вот этот комплекс идей, он сейчас не то, что не востребован. Ну, к сожалению, у нас партии войны, на телевидении в том числе. И там, и там. И между, то есть, здесь две, как я говорю, фабрики по нагнетанию ненависти. Это Москва, московская фабрика и киевская. Ну, кому-то нравится больше, как работает московская, кому-то как киевская. Но смысл в том, что там нету сигналов к примирению или к тому, что, понимаете, как это все переводят в этническую фазу, когда, там гибисты, Раша там и так далее, хохлы там, как пошло, укропы, Колорадо, ребята, понимаете, что вы делаете?
Какие огрубленные, тупые, примитивные оценки. И нету, знаете как, и деятелей культуры делят. Нету тех, которые бы сказали, подождите, ребята, мы живем сегодня. Но есть еще завтра, а есть послезавтра. Об этом вообще никто не думает. Я не говорю о политиках. Но люди культуры, люди, которые должны, так сказать, выступить. Ну, просто мир-то будет, правильно? Хотя мы знаем примеры многолетних войн. Вам хочется столетней войны? Нет. 142-я мобилизация в Украине. Это уже будут ваши правнуки участвовать. Ну, так вот задумайтесь. Что вы делаете? Куда вы толкаете? Причем отсиживаясь. У нас что-то раненых командиров мало. Я имею в виду настоящих наших, да? Как и Небесная Сотня, знаете как, масса вопросов, да, что это там было такое, а что там, где командиры, хотя бы одного командира ранили, где они были, кто эти люди, безокомандиренные. Я как журналист-телевизионщик задаю вам вопрос, тоже телевизионщику. Вы не скучаете за телевидением, за телеком не скучаете, не хотелось бы вам все-таки быть в эфирах, если вы сказали, что вас не хотят видеть ни в Киеве, не в Москве, да, в телевизоре, то не возникало ли у вас идеи покинуть Украину и, может нет, быть, никогда найти себя нет, в Европе? Нет. Вы знаете как, это же не то, что ты как бы хочешь вот там условно свой фейс увидеть на экране. Я же на телевидение пришел уже, мне было за 30, там было две Африки. То есть ты пришел сложившимся чеком. И вот эти все моменты, там, какой, да, были моменты славы, но мне хватало самоиронии для того, чтобы это правильно оценивать. Понимаете как? Я дважды был в Штатах, дважды мне предлагали контракт. Я говорил, что ну, это еще был Советский Союз. Я говорил, что дважды герой Советского Союза, то, что все оттуда из Союза уходили, у кого была возможность, а ты возвращался. Возвращались. Вот. Я об этом тоже никогда не жалею. И не возвращаюсь к тому, а вот что было бы, если бы я остался там и так далее, и так далее. Хотя по воспоминанию чисто телевизионным, это самое кайфовое время было. То есть, условно, я когда вернулся сюда, у меня такое ощущение было, что я попал в глицерин. Вот там ты плывешь, тебе все помогают. Там, если в Америке поверили в твою идею, там все реализуется вот так. Ну, буквально, это сказка. А сюда ты помогаешь, приезжаешь, тут такая, знаешь что, Вадимко, в лучшем случае мы тебе не будем мешать. А помогать мне никогда никто не помогал. Я в этом смысле прожил или проживаю очень тяжелую журналистскую судьбу. Я никому бы не, так сказать... Не посоветовал бы. Ну почему? Почему все-таки вы с патриотического соображения все-таки остаетесь в Украине? Ну почему? Значит, ну, знаете, какой-то такой вопрос. Да у меня как-то и мысли не было отсюда уехать. Это я уже не знаю, что тут такое совсем уж чернушное должно произойти. Вот. Нет, его какой-то такой, сняли вопрос. Вообще даже у меня не было мысли. За всю вашу... Тем более, как вы говорите, ради телевидения, ради того, чтобы заниматься телевидением, уехать. Нет. Я к телевидению так не отношусь. Что я же говорю, что я сейчас никому в нашем ящике не завидую. Нет того, что я бы смотрел и говорил, как здорово, вот я бы хотел вот этим заниматься. Ой, вот это вот. Единственное, что может быть, вот я, знаете, иногда завидую хорошему телевизионным фильмам, которые вот делают. Ну, это же такое периферийное телевидение, да, у нас же основное, оно такое, то есть задача поставлена, дебилизация, она успешно реализуется. И там, и там, вот. Поэтому тут какого-то такого, ностальгия есть же потому, что было, по друзьям, которых уже нет, это, а вот просто так, там, попасть на экран, в картинку, нет. Чем сейчас вы занимаетесь? Я же говорю, я занимаюсь как бы, пишу, занимаюсь литературой. Когда вы начали писать? Не, ну, писал ты всю жизнь. Просто как бы даже вот этот момент, который произошел, я думаю, что это как бы было Богом обозначено, что нужно было остановиться. Потому что телевидение – это такое, не вам объяснять, это конвейер, это технология. В понедельник надо вот это успеть, во вторник вот это, в среду там так далее, и так далее. И ты делаешь сложную такую, как там, многофигурную программу, там, с элементами театрализации и так далее, столько вкладываешь туда души, ума, надеюсь, и пах. Угу. Это плевок в вечность. И все, этого нет. Да? И вот когда ты остановился, а были же вещи хорошие даже, такие литературно хорошо придуманные, и вдруг раз тебя лишили этой возможности, и у тебя появилась возможность остановиться внутри себя,
оглянулся. Там книгу, которую я там назвал «Профессия Потемкова», она появилась просто. Я взял свои дневники, там, 20-летней давности и так далее. Еще потом думал, стоп, это надо, это, там есть интересные вещи, надо. И вот, и для меня такой хорошей оценкой было, это когда Слонин, там известнейший харьковчанин, да, создатель нашего Дворца пионеров, вот, с которым мы дружили, благодаря моей жене, вот, когда книгу ему привезли в Америку, он там, значит, отзвонился и сказал, что, боже, какая книга, я читал, у меня такое ощущение, что она для меня написана. Я говорю, для вас и была написана. То есть книги достаточно одного читателя настоящего, чтобы она состоялась. И в этом смысле она состоялась. Или там Володя Зельдис, который в Канаде живет, он говорит, слушай, прочел книгу, понял, что у вас там происходило. Вот. Поэтому, вы сказали, да, что потом, работаете да, с группой литераторов харьковских. Нет, это просто мы собрались, и мы делаем литературный альманах. Вот вышел номер, первый это было в марте, и вот сейчас в октябре мы выпустим второй номер. Я считаю, понимаете, как у нас же жалко, у нас нет литературного процесса. В Харькове есть люди, которые бы, вот если бы была возможность, да, найти этот альманах, купить там и так далее. У нас вот этого как бы культурного средовища, оно уже разрушено. Понимаете, у нас нету программ, у нас нету стихов там, или кусочков прозы в газетах, что было раньше. Там. У нас нету журналов. Поэтому как бы такая есть маленькая ниша. Мы вот хотим как-то ее заполнить, восполнить там, так далее, так далее. Вот. Обратная связь есть так, что... со стороны читателя вашего? Не, ну те, кто, так сказать, ну, скажем так, специалисты, которым попадалось... в руках которых были эти альманахи, они очень высокие оценки. Ну, ты сам знаешь, там очень качественная литература, которую мы собрали вот в первом альманахе, второй, вот, там. И за это абсолютно не стыдно. У наших зрителей есть возможность послушать? Ну, знаете как, стихи так, чтобы сходу, тем более, если никто не слышал стихов, надо какие-то разные стихи, да? Ну, давайте. Мы прощались на вокзале. Ты ушла, но оглянулась. И меня такая жалость охватила. Ныли скулы, ныли пальцы, ныло сердце, ныло все. И так уныло. Мир был зол и недоверчив. Поезд, как экспресс-могила, подплывал все ближе, ближе. И я знал, что никогда я твой шарфик не увижу. Незнакомка, почему она шла, улыбаясь? Только мне улыбалась она, в ноту каждую так попадая, будто музыкой стала весна. Я, конечно же, не оглянулся, но сто раз, повторив синий взгляд, я в забытую юность вернулся, но вперед и как будто назад. А красавица шла, улыбаясь, так летит быстроногая жизнь, чтобы люди в угрюмых трамваях не жалели, что здесь родились, чтобы нашей земли пассажиры, у которых нет весен в крови, ощутили, что все еще живы и готовы к полетам любви, и скользила сквозь город девчонка, и дарила прохожим глаза, и за дорная падала челка, а за колкой была стрика за, стрика за, в рыжий лес за летела, и решила, что здесь будет жить. Незнакомка же счастье хотела, а не головы просто кружить. И я знал, что она одинока, одинока, без веских причин. Ведь в прибоях людского потока трудно встретить нескучных мужчин. Пацанам, что книга чисел нам диктует? Ответ в черне почти готов, забыт завет. А чернь ликует, сбиваясь стаи простаков. Мой час, увы, вне нашей эры, иным премудрым не в пример, я наполнял порожней верой пустой ковчег СССР. Он затонул тяжелой тайной, подобно сотням атлантид, закономерно, но случайно, как солнце вечное на вид. Но в кайф советских фив массовки царю хрущевских пирамид, мне, фараону москалевки, который фиг что сохранит. Первым с руки сорвался сокол, ну кто же знал, он близорук. И дальнобойная эпоха велит писать мне лишний круг.
Я не служу своей свободе, и потому мне нет цены. Вас поздравляют с Новым годом. Я с вечным годом, пацаны. Я немножечко отвлеклась, слушалась ваши стихи. Сергей Юрьевич, я благодарна вам за ваши откровенные ответы. Я желаю вам успехов. Я желаю вам удачи. И я надеюсь, что это не последняя наша встреча в телевизоре. Ну, это 100%. Спасибо большое. Да. Хорошо, да, спасибо. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.